Ксения, вот с чего мы с тобой начали обсуждение? Ты же видишь руки? Видишь. Подруги Елена и Ксения в роли искусствоведов. Женщины говорят, каждая картина в зале – это повод для дискуссии. Чем дольше смотришь на полотна, тем больше появляется вопросов. На какие-то из них ответы находятся сами. Однако не все можно разгадать. Что хотел донести автор? Истину можно искать бесконечно. Сначала я увидела и спросила, почему это, например, не портрет с тюльпанами красными или с маками. То есть... Но потом вот мы выяснили, что все-таки портрет. Опять вызываю противоречие. Да. Ксения, я прошу прощения. Ну вот давайте вот элементарно, да, разберем картину в двух словах. То есть картина у нас называется «Портрет с букетом васильков». Да? Невольным взглядом мы можем обнаружить, что это васильки в руках. Мы можем увидеть портрет, шею, грудь. То есть, в принципе, да, это абстракция, она ясна. Но теперь давайте поближе подойдем к картине и зададимся вопросом. Васильки мы видим, но в одной ли локации мы видим эти васильки? А что этой локации хотел сказать художник? Вопрос? Вопрос. В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Портрет без сходства». Ее автор – московский живописец Валерий Сахатов. В выставочном зале можно увидеть необычные натюрморты и портреты. Каждый из них уникален по-своему. С одной стороны, кажется, что и не конкретный человек, но с другой стороны, если мы пройдем по выставке, то мы действительно увидим, что это определенные типы, они с каким-то настроением, они могут быть замкнуты, они могут быть робкие, они могут быть раскованы, они могут быть веселые, надменные, ироничные. Своей магической неодосуществленностью, стертостью изображения они напоминают старые иконы с утратами красочного слоя. Фантастическая масса цвета, символический объем и легкий линейный силуэт создают игру энергии и живописных акцентов. Я сама люблю фактуры, и здесь вот тоже вот наслаждаюсь, вот просто впитываю всеми фибрами, что называется, души. Мне понравились работы в голубом и прекрасная женщина, немного напоминающая русских, малягинских, как красавец. Шикарно. Художник Екатерина Потапова уверена, диалог об искусстве можно вести и с животными. Выставки, концерты – неважно. У таксы Ноны есть свое мнение обо всем. Ну же доча, ну же, вот мама никуда. Никуда. Что мама делает, то и она будет делать. Надо сидеть – буду сидеть. Надо петь – буду петь. Сейчас пойдем петь. Любит подпевать джаз. Особенно нравится, когда аплодируют. Выставка «Портрет без сходства» будет работать в художественном музее до 1 октября. Ксения Баканова, Константин Головин. События.